Ассаламу алейкум. Приветствуем всех. Это опять я. Опять со своим телефоном. Желаю всем удачи, мирного неба над головой. Хочу поздравить, вернее, передать поздравления всем горожанам города Грозного, республики, слова поздравления нашего дорогого, любимого президента Владимира Владимировича. Он недавно звонил и поручил мне поздравить с Днем города, с Днем учителя, с Днем молодежи, со всеми праздниками наш народ и, в частности, горожан нашего любимого города Грозного. Мы все благодарны нашему президенту. Благодаря ему сегодня у нас мир, стабильность, процветание, развитие, взаимодействие со всеми домом. И не только он навел конституционный порядок в республике, он восстановил полностью республику, он обеспечивает безопасность нашего государства, вовремя принятые меры на территории Сирии. Это еще раз доказательство, и сегодняшняя операция, которую проводит на Украине, это еще раз доказательство. Я уверен, что все граждане России объединятся вокруг нашего дорогого, любимого президента, и мы все вместе отстоим целостность, безопасность нашего государства. И еще хочу вас обрадовать, ваш мобильный репортер ЧГТРК Грозный, пехотинец Путина, сегодня стал генерал-полковником за номером 709. Президент поздравил меня лично, и я даю слово, что я оправдаю доверие, это для меня авансом, и мы сделаем все для того, чтобы побыстрее закончить спецоперацию, которую проводим сию минуту. Идет перестрелки, наши ребята забирают потихоньку территории Донецкой республики. Бои столкновения идут на Херсонское направление, трое направления. Везде участвуют наши ребята. Хорошие показатели, результаты. Да, на войне не бывает без жертв, без ранений. Это война. Для чего рождаются мужчины? Для того, чтобы защищать свою родину, семью. И сегодня, как никогда, мы должны объединиться вокруг нашего руководства и сделать все для того, чтобы побыстрее закончить с этим сатанизмом, шайтанами, начатое. Я всегда с вами, всегда с народом, и у нас хорошие ребята, специальные подразделения. Мы каждый день отправляем своих ребят, добровольцев, и в ближайшем будущем будем отправлять еще несколько спецполков, которые обучены, оснащены со всеми, сил, средствами, которые необходимы для того, чтобы провести специальную операцию. Ваш Рамзан теперь генерал-полковник, так что назло врагам, на радость друзьям. Мы будем уничтожать терроризм, сатанизм и тому подобное. Аллаху акбар, Ахмад, сила.